Евгений Лисицын, Карелин Сергей, «Системный геймер», книга пятая. Глава первая. Танцульки перед сессией. Аристократы гуляли как... аристократы. Для балла то ли арендовали одну из башен Москва-Сити, то ли она кому-то принадлежала, плевать. В нашем распоряжении были весь пентхаус и настоящий аквапарк на крыше с горками и бассейнами, а внизу расположились сотни вышкаленных слуг, таскающих золотым детишкам бухло. Приземлились мы на парковку, опоясывающую стеклянный небоскреб, подобно шляпке гриба. Встречал нас строгий дворецкий с несколькими охранниками, а за ним линией выстроились молодые и симпатичные служанки. Ха, интересно, если верить системе, почти все они являлись аристократами из низших родов, не дотягивающих даже до серебряной тысячи. Раньше с получением титулов было проще, и ими награждались все одаренные. Это теперь талантливых простолюдинов поглощают могущественные роды, а основать новый практически нереально. «Князь Кирилл Строганов, княжна Виктория Батова, княжна Мэри Аболенская». Чопорно возвестил Герольд о нашем прибытии, еще одна непонятная мне традиция. Обязанности хозяина вечера исполнял Николай Семенович Радзивилл, собственной персоной. При виде меня с цветником он дружелюбно улыбнулся и слегка наклонил голову. «Здравствуй, Кирилл, ты как раз вовремя. Виктория, Мэри. Не ожидал, что выпускница моей академии с отличием закончит в такой роли». «То не ее вина. И вообще все только начинается, Николай Семенович». Мэри не имела права разговаривать без моего дозволения, так что она просто опустила глаза и слегка прикусила губу. «Как поживает Юля?» «Сложный возраст», — неожиданно искренне вздохнул старик. «Она надеялась, что ты сегодня прилетишь. Я даже убедил ее надеть нормальное платье. Думаю, она где-то у бассейна». «Не понял. Мне вот так завуалированно предлагают пообщаться с невестой Романова? Старик меня под монастырь подводит или пытается выказать неподчинение императору?» Раньше я бы держался от доморощенного панка подальше, но теперь, после нескольких покушений, если есть возможность позлить Ивана, обязательно ей воспользуюсь. Благодарю за подсказку, пойду поищу Юлю. Хорошего вам вечера! За нами уже скапливалась недовольная очередь. Подчеркнуто неторопливо прошел в приоткрытую калитку. Парковку огородили высокой стеной, то ли от ветра, то ли от смердов. «Наша стандартная компания, ядром которой я стал после убийства Роберта Аболенского, уже собралась внутри». Ха. И не заметил, как начал считать Ломоносова, Воронцову, Вяземскую и Голицыну своими. «С последней все понятно, будет работать вместе с Кэтти Штемпель, а вот с Воронцовой и Вяземской пора начинать сближение. Выйду через них на Патриархов и за их роды. 64-е и 70 место в рейтинге как раз отлично подойдут для поглощения». Уже что-то собой представляют, но без въевшейся гордости вроде Романовых и Родзевиллов. После приветствия, обнимашек и рукопожатий я оставил девчонок под присмотром Я и с Бетриной у столов с едой. Они все не обедали, чтобы побольше места хватило на элитное блюдо, а сам с Мэри и Ломоносовым отправился к бассейну. Слышал последние новости, пробубнил худосочный юноша, поправляя очки. Вербицкий объявлен пропавшим без вести. Не знаю такого. Почему рассказываешь про него?» Я сохранял концентрацию. Аристократы вокруг провожали нас заинтересованными взглядами. Основное внимание уделяли бредущей за мной на поводке Мэри. Кстати, рабов на второй вечеринке года, круче считался только выпускной, хватало, и среди них почти не было нелюдей. У аристократов не котировалось ничего, доступное простолюдинам. Им подавай изюминку. И такой являлись члены проигравших родов — преимущественно молодые девушки, но хватало и смазливых парней. Столбовые дворяне, бароны, графы и всевозможные наследники с дальними родственниками прислуживали своим хозяевам и всячески унижались на потеху толпе. Причем большинство не носило никакой одежды, так что наряд Мэри можно было назвать вполне приличным на фоне остальных. И еще, как я заметил, почти не было князей, так что мне вполне удалось выделиться. «Слышал, он пытался тебя убить», его флайер столкнулся с соперником, и они оба загорелись. Из обломков достали обугленный труп. Один. Внимательный взгляд на мое спокойное, скучающее лицо. Неинтересно. Я оставил неудачников позади и сразу выкинул их из головы. Разумеется. Говорят, Вика заняла первое место на твоей машине. Хороший подарок. Бассейном никто не пользовался. Все тусили на мягких диванах у буртиков, Спрашивается, и для кого заливали прозрачную чашу, выдвигающуюся за пределы небоскреба? Чистая вода так и манила окунуться с головой и смыть с себя пот и усталость прошедшего дня. Эх, я еще не настолько отбитый, чтобы подставляться под сотни потенциальных врагов. Видимо, остальные игнорировали бассейн по этой же причине. «А у тебя как дела на любовном фронте? Удалось подцепить кого-нибудь на танцульках?» Решил поддержать светскую беседу, осматривая группирующиеся компании. Юли нигде не было видно. Есть одна девушка. Извини, знакомить вас пока не буду, а то отобьешь. Хорошего же ты обо мне мнение, усмехнулся я. Было бы плохого, мы бы сейчас не разговаривали, удивил меня Ваня. Я вполне могу позволить себе выбирать круг общения. Чем же я тебе приглянулся? Если что, учти, я не из этих. Разумеется, они же вне закона, проворчал он. Тебя по пятам преследуют неприятности. Интересно наблюдать со стороны. Уверен, и сейчас что-нибудь отчебучишь». «Да нет, ты что! Я сюда просто потанцевать прилетел!» Фальшиво заверил его и победно улыбнулся. Юля нашлась. Признаюсь, узнал я ее исключительно благодаря подсказке системы. Разноцветный ракет сменился вполне приличными длинными волосами. Порванные джинсы с грязной футболкой на элегантное платье с излишне строгим декольте и какая-никакая косметика появилась на лице. Девушке определенно было чем похвастаться. Она пила шампанское в компании Эллы. Сестры молчали и обменивались колкими взглядами. Атмосфера была настолько напряжена, что, казалось, меня сейчас передернет током. «Кирилл!» — обрадовалась младшая, на которую тут же шикнула старшая. «Чего опять?» «Мы не в деревне на покосе. Общайся, как полагается, представительница высшего рода». Она повернулась ко мне и скопировала легкий поклон отца. Здравствуйте, князь. И вам не хворать, великая княжна? С усмешкой поклонился ей вслед за Ломоносовым. Мэри превратилась в мебель, спрятавшись за моей спиной. Отец просил проведать вас. Все ли в порядке? Правда? Хором удивились сестры, живо выдав сходство, несмотря на разность их характеров и стихий. Даже подсказал, где его искать. Присяду. Устроился напротив, про себя отметив, что Радзивиллы сидели здесь без всякого сопровождения. Не только слуг не было, но и охраны. «Как поживаете? Помогла вам победа в турнире?» «О да! Еще не успели поступить, а уже на вершине рейтинга!» — воодушевленно ответила Юля. «Ну, почти. После тебя». «Какого еще рейтинга?» «Аристократам больше делать нечего, кроме как постоянно мириться письками. Мало им золотой сотни». «Ты этого не знал?» — вмешался в беседу Ломоносов. «В мадам существует негласно рейтинг студентов. Тем, кто входит в десятку, выплачивают очень жирные призы. Баллы начисляются за успехи в учебе, спортивные победы и дуэли с турнирами». «А, как с подпольным турниром. Типа секретный, но все о нем знают», — рассмеялся. «Да, и ты там первый из-за победы в обоих турнирах», — горячо воскликнула Юля. «Я на втором, а Элла на третьем». «Почти правда, только все наоборот. Я вторая, а она третья», я только глаза закатил. Ломоносов скинул мне приложение, где можно было отслеживать свое положение в таблице. Охренеть просто! Вот это я понимаю! Тайный клуб! Честно говоря, было скучно говорить об учебе, и Романова нигде не было, так что я уже подумывал было свалить, как вечер перестал быть томным. «Строганов», — пробасил огромный парнишка, настоящая гора мускулов с бритой головой. Его бесцветные рыбьи глаза уставились на меня без всякого выражения — вот ты, значит, какой. С кем имею честь? Приподнял бровь, уже зная ответ. Система спалила мне Влада Меньшикова быстрее, чем произносится слово «фалафель». Ты побил моих братьев, и я пришел показать тебе, на что способен настоящий боевой маг. Ага, твои братья мне уже показали. Вали пока целый. Сейчас тебе не помогут твои артефакты и кристаллы. Я вызываю тебя на дуэль до потери сознания или сдачи. Толстые губы растянулись в мерзкой улыбке, когда он указал на уткнувшуюся в пол Мэри. Ставкой будет она. Из чего мне соглашаться? Чет то не вижу никаких призов с твоей стороны. А их и не будет. Я ничем не рискую. Если умный, согласишься и ляжешь. Считай наказанием за дерзость. Не ссы, я тебе ее верну через месяцок. Само собой, вокруг нас мгновенно сгустилась толпа. Аристократишки жаждали насладиться зрелищем, как взорвавшегося нищеброда ставит на место кто-то, кого они боялись. Унижение других всегда было для них лучшим развлечением. «Неинтересно», — зевнул я и повернулся обратно к Радзивиллам. «Что, решил за юбками спрятаться?» — пробасил Меньшиков. К сожалению, он не переходил к активным действиям. Элла выжидательно уставилась на меня, а вот Юля попыталась заступиться, и лучше бы она этого не делала. «Вали отсюда, Меньшиков!» — подскочила девушка с буквально вспыхнувшими глазами. «А то что, побежишь папочке жаловаться? Так он стар уже, всюду не поспеет». «Не зарывайся». Рядом с сестрой встала и Элла. «Правда, хочешь начать войну между нашими родами?» «А чего вас бояться? Император не станет за вас заступаться, а без его юбки вы просто никто», дуэль? Я готов один на двоих. Когда проиграете, от старшей мне пятерки до конца года, а младшая пусть учится ртом работать в правильном направлении. Да, посидел у бассейна, называется. Видимо, напряжение между родами в топ-10 было гораздо сильнее, чем у низших, с которыми я обычно тусовался. Мне бы уйти бочком, и пусть Радзивиллы сами решают свои проблемы. Но тут я, наконец, заметил Романова. Он с мерзкой улыбкой следил за унижениями своей красной, как рак невесты. Все прекрасно понимали, что сестры не соперницы меньше кого. Он-то все время уделял тренировкам и в академию пошел гораздо позже обычного, для начала пройдя обучение внутри рода. Настоящий боевой маг. Пару недель назад я бы напрягся, но после херахита... Предлагаю переместиться в другое место. Здесь слишком воняет от всякой мелочи сознательно прошел мимо Меньшикова и толкнул его плечом. Он тут же попытался придавить меня своей лапищей и уперся в щит. Отодвинул гиганта и взял за поводок Мэри. «Что, Строганов, обосрался? Беги, беги!» Замер как вкопанный и медленно развернулся к торжествующему Меньшикову. «Ты меня сейчас во всеуслышание трусом назвал?» «Побольше дрожи в голос, больше эмоций. Зритель передо мной тупой, переиграть не страшно», Разумеется, трус, сыкло, маменькин сынок, любитель прятаться за юбками. Правильно говорят, сила есть, ума не надо. Выбросил сжатый кулак и прошиб барьер Меньшикова воздушной струей, отправив того в бассейн. Жаль, у тебя ни того, ни другого не наблюдается. Аристократы вокруг взорвались хохотом при пунцового гиганта. Своим падением он вызвал огромную волну и чуть не утонул. Как выяснилось, он не умел плавать. Выбравшись с помощью слуг, он взревел. «Кирилл Строганов, я вызываю тебя на дуэль!» «Предоставь интересную ставку, иначе мне будет слишком скучно учить тебя уму-разуму». «Хорошо, урод, я ставлю свой гоночный байк!» «Неинтересно, мы недавно выяснили, что мой лучше». Новые смешки из толпы. В открытую над Меньшиковым старались не ржать. Хрен ведь злопамятный. «Тем более ты правда считаешь какую-то машину, равной целой княжне?» Тогда сам скажи, чего ты хочешь. Мы здесь не на торгах. Оружейный магазин на Таганке. Еле вспомнил, где мы с Викой закупались. Со всем складом. Идет. А ну разойдись, уроды! Это он обратился уже к толпе. Типичный пиромант. Вспыльчивый и легко выходит из себя. Нас проверили на артефакты и проводили в специальное защищенное место. Судьей назначили Николая Семеновича. Его присутствие гарантировало честность нашего сражения. А, нет, ошибся в оценке. Как только мы оказались посреди дуэльного купола, Меньшиков разом собрался и окружил себя многослойным барьером, и взгляд приобрел стальной оттенок. «Скажи честно, тебя кто-то купил, чтоб ты нас спровоцировал?» «Издеваешься? Богаче нас только Романовы. Меня нельзя купить!» «Эх, из его уверенности и самодовольства дома бы строить. Прочнее не было бы стен», на обиду из-за братьев не верю, раньше бы проявился. И с учетом, что меня всякая дворянская шушера постоянно пытается убить по чужой указке, красноречиво посмотрел на него. «Ты кого назвал шушерой? Ну да, меня попросили, но я это чисто из любви к искусству. И иметь в должниках Романова дорогого стоит». Меньшиков поднял пудовые кулаки, окутав их сгущенным до состояния плазмы огнем. «Охренеть! Система, почему у меня такого нет?» Это заклинание пятого продвинутого уровня. Почти уникальное. Тебе нужно развивать себя и уделять больше времени тренировкам. Обрати внимание, у него многослойный щит. Одного только коэффициента тебе не хватит. Понял, не дурак. Меньшиков хорошо так поржал над моими огненными кулаками и двинулся вперед, наложив на себя бафы. Ускорение у него тоже оказалось гораздо продвинутее моего. Я банально не успевал блокировать все удары. Барьер жалобно затрещал, Каждый удар Меньшикова лишал меня 10% энергии. Если бы не инвентарь. Серия ударов, затем еще и еще. Гора мускулов выкладывалась по полной. От него буквально исходил мощный жар. Строгий костюм промок насквозь, в ботинках хлюпало. Это он так охлаждается? Это силен для задухлика, с уважением прохрипел Меньшиков. Опытные бойцы уже давно ложатся, а тебе хоть бы хны. Ахны! Два кристалла высосал! Пока держался и присматривался к барьеру противника. Щит у него был классным. Сирикены снимали первый слой и взрывались при контакте со вторым. Максимум мне удавалось снять три, и он восстанавливал весь пирог. Даже не знаю, как такой пробивать. А, нет, знаю! Сам пошел навстречу к Меньшикову, поднимая объятые огнем кулаки. Гигант торжествовал. Он слегка отдышался и готовился сжать меня в смертельно опасных объятиях. Не уверен, что, попав в его ловушку, смогу выбраться. Будем стоять как идиоты, пока у кого-то не кончится резерв. Не, нафиг. За метр до цели активировал купол отчуждения. Наши щиты, пламя, бафы — все исчезло. «Чё, сука? Думаешь, не знал о твоей родовой обилке?» Ничуть не растерялся гигант. Даже без ускорения он оставался очень быстрым. «Ты себя в зеркало видел, задохлик?» «Нет», «Предпочитаю смотреть на красивых девушек, а не анонировать на свою внешность», — спокойно ответил ему, бросившись в другую сторону. Его толстые пальцы хватанули воздух в нескольких миллиметрах от моего пиджака. «Уйди, противный!» «Твои тупые шутки тебе не помогут!» Он припал к земле и побежал следом, как я и хотел. Выбежав из купола, я резко развернулся и с наслаждением ударил огненным кулаком прямо по Меньшиковской роже. Тело гиганта снесло, как пушинку, и он напоролся спиной на выросший из земли каменный шип. Чтоб добить наверняка, пустил следом сразу три сюрикена. Они, увы, растворились в воздухе, наткнувшись на разделивший нас барьер. «Кирилл Строганов объявляется победителем». Строгий голос Николая Семеновича перекрыл недовольный гул толпы. «Почему? Он же не сдался!» — выкрикнул я. «Нет, он потерял сознание. Шоу окончено. Расходитесь». Под строгим взглядом ректора толпа постепенно рассосалась. Юля и Элла куда-то ушли, зато появилась наша собственная команда. Девушки с визгом поздравили меня с яркой победой, а Ломоносов пробубнил. «Ко мне тут подходили слуги Меньшикова. Почему-то решили, что я твой секундант. Завтра тебе курьер доставит бумаги на новый магазин». Эх, еще бы пару секунд, и одной проблемой меньше. Кто ж знал, что у него лоб такой слабый?» Раздосадованно проворчал я. Поставленных целей не достиг. Романова не спровоцировал. Он оказался умнее и заодно нажил себе нового врага. Они у меня росли прямо в геометрической прогрессии. Пойдем хоть пожрем. После энергозатратной стычки желудок жалобно заурчал, требуя наполнить себя неземными яствами. Ты что, Кир? Сейчас же танцы! возмутилась Вика. Тебе легко говорить. Ты уже ела. Ответа девушки я не услышал. Нас прервала громкая музыка. Свет в основном зале погас, и зажглись десятки разноцветных прожекторов. А ничего так бодренько! Толпа живо оттерла нас к каким-то колоннам с краю. Слуги унесли куда-то столы со снедью, со скоростью света, и только я собрался пригласить Вику, как к нам подошла неземной красоты девушка. Добрый вечер, князь. Не ли подарить даме танец. Мне показалось, что все взгляды в зале обращены на меня. И в этом не было ничего хорошего. Глава вторая. Танцульки перед сессией. Часть вторая. Я завис, лихорадочно обдумывая ситуацию. Отказ великой княжне Вероники Романовой на глазах у всех автоматически присвоил бы мне репутацию полного идиота. Да и симпатичная она, и фигурка супер. Что особенно подчеркивало шикарное черное платье в цвет волос, чего бы не пообжиматься. Главная проблема, я не умел танцевать. Опозориться на таком балу, да еще с великой княжной, ну его нафиг, такое удовольствие. Эх, Пентюх, что бы ты без меня делал? Танцую уже не опозоришься. Так это что? А, смахнул мысленно появившуюся перед глазами надпись. Ваше умение танцевать увеличено сто процентов интересно что увеличивать если оно было судя по всему на нуле но системе я верил поэтому одна проблема решена а вот вторая была немного в другом зачем романова вообще решила ко мне подойти провокация брата наследника интересно а кто из них старше обоим по 19 Бррр. в любом случае пауза явно затягивалась а хрен с ним рискну простите был ослеплен вашей красотой разумеется я подарю вам танец галантно схватил даму за руку и повел ее в центр. Другие парочки почтительно расступились перед принцессой, и весь зал окутал приятный полумрак. «Отлично выглядите!» «Вы тоже?» «Гораздо лучше, чем в комбинезоне», — хихикнула великая княжна. «Она же принцесса». «Не напрягайтесь так, я видела запись вашей гонки». «Мне казалось, их запрещено снимать», — делано удивился я, сразу вспомнив отца Голицыной, Найти бы хренового оператора среди гонщиков и руки ему оторвать. Хотя там скорее организаторы промышляли. А еще о вас ходит столько разных слухов. Я тут навела справки. Не отвлекайтесь, Вероника, мы ведь танцуем. Не хотелось мне общаться с девушкой под пристальными взглядами всех собравшихся. С каждым движением и па я все больше жалел, что согласился. Принцесса попалась понимающая. Хитро блеснув глазами, она захлопнула милый ротик и повела. Первым танцем шел вальс, и ее техника была безупречной, как и мои рефлексы. Я не очень хорошо думал о моем предшественнике, но вот танцевал он просто отлично, за что ему большое спасибо. Между нами постепенно разгоралась страсть. Движения становились все более горячими и откровенными. Вероника тесно прижималась ко мне и обжигала дыханием шею. Наши лица с каждым оборотом становились все ближе, и... Музыка стихла, и вновь зажгли свет. «Благодарю, князь, еще встретимся», — мелодично рассмеялась Вероника, глянув на мое лицо. Поцеловав меня в щеку, она растворилась в толпе фрейлин, оставив тончайший аромат парфюма. Я тоже поспешил уйти с танцпола и воссоединиться с обычной компанией, чтобы не привлекать ненужного внимания. Стоит ли говорить, что нифига не получилось? «Вы только посмотрите на него. Вылез из какой-то дыры и смеет с великой княжной разговаривать». Путь мне преградили трое неуловимо похожих друг на друга болванов. Статные, высокие, лица прям породистые. И не просто разговаривать, он с ней танцевал. Веронике теперь месяц в горячих ваннах отмываться, чтобы смыть с себя вонь бедности и разложения. Как таких, как он, вообще сюда пустили? ну к Строганов, выйдем, поговорим. Понятно, значит, все же подстава. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы опознать автора. Романов не уставал меня поражать своим талантом к каверзам. Не сработало с Менчиковым, не беда. У нас есть троица каких-то милославских. Смотрю, ко второму наследнику императора прямо очереди выстраивались из готовых оказать услугу дворян и получить за это по лицу. «Зачем мне с вами куда-то выходить? Я не по этим делам. Сами вон в раздевалке уединитесь и удовлетворите друг друга, а мне идти надо». Попытался пройти, оттерев старшего, так он положил мне руку на плечо. Точнее, попробовал. Мгновенно развернулся, схватил запястье и с грохотом уложил об землю. <слыхает> Тонко завыл Милославский с раздробленным запястьем. Его братья нахухлились, вжали головы в плечи и молча унесли раненого. Мне облом, а я уж на драку настроился. И то, откровенно говоря, какая-то тупая засада вышла. «Кирилл, ты чего здесь устроил?» — воскликнула невесть, откуда взявшаяся Голицына. «Ничего. Научил манерам одного идиота», оценивающе осмотрел фигуристую девушку. Она, как и Вика, выбрала короткое платье с открытыми плечами и наполовину оголенной грудью. Воспоминание, как мялых недавно, сразу подняло мне настроение. «Отлично выглядишь!» «Спасибо!» — сразу расцвела девушка и протянула мне руку. «Потанцуем?» «В принципе, почему нет?» «Еду все равно унесли, а мы здесь в основном ради танцулика и самоутверждения», с учетом, что я побил уже двоих аристократов из топовых родов, можно сделать небольшой перерыв. Никогда еще я так не ошибался. Голицына не отпускала меня аж три танца, томно вздыхая, прижимаясь и жалобно заглядывая в глаза, пока ее не оттащила Вика. Ей пришлось дарить сразу четыре, и еще по два Воронцовой и Вяземской, причем обе они настойчиво напрашивались в гости, чтобы вместе решать домашку. Я обещал обязательно подумать в зависимости от нагрузки. То, как синенево-волосая и рыжулька выгибали спины и выставляли ножки, ясно говорило о направлении наших занятий. Десятый танец снова Вика. Батова бросала на толпу за моим плечом последние взгляды, а у меня уже ноги отваливались и руки ныли. Никогда бы не подумал, что танцульки окажутся сложнее, чем сражение на арене. Антракт! Возвестил милосердный голос Николая Семеновича и легкие закуски. Чуть ли не потащив Вику селком к ближайшему столу, я разогнал всякую мелочь и получил в свое распоряжение целую гору нормальной еды. Здесь тебе и гигантские креветки с кучей разных соусов, и огромные крабы с мясистыми клешнями, и фаршированная жареным беконом рыба и прочая океанская живность. Признаюсь, я не особо увлекался морскими гадами, но альпийская свежесть и повар с руками не из жопы смогли изменить мое мнение. Да этот лосось вкуснее шашлыка, пальчики оближешь». «Кирилл, тебя словно дома не кормят», — улыбнулась Воронцова, намазывая паштет из калибри на тоненькую брускетту. Я прямо физически ощутил обиду от вспыхнувшей валанты. Эльфийка стояла на коленях позади меня вместе с Мэри и Яя, и от нее шел мощный жар. «Блин, да меня теперь начнут закармливать!» Меня аж передернуло, как представил. «Ложечку за эльфов, ложечку за орков, ложечку за гоблинов!» Почему? Отлично кормят. Просто дуэли и танцы сильно выматывают. Нужно пополнять энергию. Фух, вроде прохладнее стало. Правильно. С такой скоростью наживания врагов она тебе еще понадобится. Кивнул Ломоносов. Готов спорить на тысячу, ты получишь еще один вызов. Не, я верю в лучшее. Мы стукнулись кулаками, и я вернулся к поеданию лобстера. Кстати, раньше же с нами еще один чел тусил. Сергей Потемкин, куда он пропал? «Действительно, давно его не видела. Надо бы ему позвонить», — его протянула Голицына. Сразу стало понятно, на судьбу парня ей было покласть. На второй круг танцев решил не идти, отмазавшись усталостью. Девчонки посовещались и свинтили дружной компанией веселиться. Они танцевали с подтянутыми парнями из низших родов, даруя им счастливые воспоминания на оставшуюся жизнь. Я не ревновал. Вот еще, на каких-то шкетов нервы тратить. Тем более у меня внезапно нашлось занятие. Вернулся отлучившийся Ломоносов, и я впервые видел в его глазах неподдельный интерес. «Кирилл, у меня есть к тебе уникальное предложение, и не нужно твоих глупых шуток про уединение в раздевалке». «Вот черт, с языка снял!» Я медленно кивнул, поощряя на продолжение. «Мы там собрались с небольшой компанией раскинуть карты. Тайный клуб. На ранге и фамилии никто не смотрит. И я, как его член, приглашаю тебя присоединиться. Только учти, там крупные ставки. Можно миллионером стать или проиграться в хлам. Тайный клуб? Большие ставки? Я в деле. Все равно же вот забила, а танцевать лень. Вэл, как Вика вернется, расскажешь, куда мы пошли. Мэри остается с тобой. Я за мной. Мы спустились этажом ниже, где располагались гигантская кухня, зона с тележками и слугами. Как выяснилось, присутствовали здесь и небольшие изолированные комнаты с окнами, выходящими на ночную Москву. Я аж залип на шикарный вид, пока Ломоносов представлял меня охраннику. Молчаливый детина 34-го уровня, при этом не являющийся магом, приложил к моей руке маленькую печать. Она оставила след, видный только при особом освещении, заключенный в треугольник глаз. Осматривал собравшихся и все больше охреневал. Разброс действительно впечатляющий. Тут тебе и представитель рода, находившегося на седьмом месте рейтинга, и парочка тридцаток, и вообще не входившие в сотню аристократы, и аж два простолюдина, очень богатые и успешные купцы. Причем для них вообще не было проблем купить себе титул. Они оставались в низшей касте из гордости за тех, кто смог подняться, несмотря ни на что. «Уважаю. Прикольно у вас здесь». Именами никто не пользовался. Многие носили маски. Ну Но да, система показывает имена только мне, Остальные могли играть в инкогнито. Я лица не скрывал, пускай любуются. Спасибо. Никаких тебе сексуальных рабынь, танцовщиц и прочих отвлекающих факторов. Игру обслуживал коренастый гном, ловко управлявшийся с картами пальцами-сосисками. Мне досталось место с краю зеленого стола, к которому придвинули целую гору разноцветных фишек. «Лом поручился за тебя», — заявил Семерка. Так-то фамилия у него была Кутузов, но для себя я его решил называть Семеркой. И все же тебе следует знать. Сегодняшняя игра стартует с миллиона. Так мало? Мне говорили про большие ставки. Скучающе ответил ему. Прикольно у него щека дернулась. Проблемы с деньгами? На таком высоком месте в рейтинге они, по идее, теряли всякое значение. Играли в покер, который почти не отличался от игры моего прошлого мира, только фигурные карты назывались по-другому. Система почему-то не подсвечивала мне карты противников и в колоде, так что после пары мелких проигрышей пришлось взяться за дело всерьез и вспоминать давно подзабытую теорию. Дело пошло веселее. Несколько выигрышей, почти столько же проигрышей. Вернулся к изначальному миллиону, изучая людей за столом и выявляя основных соперников. Их набралось всего трое, остальные скорее ловили фан и не пытались играть всерьез. Ломоносов — седьмой и единственная девушка среди нас. Только они соглашались на ставки выше сотни тысяч и разок зарубились за полтора миллиона. Деньги ушли даме, заметно испортив седьмому настроение, а вот мой товарищ оставался спокойным. Но еще бы. Я его семье на следующей неделе 350 отвалю. «Как вам ситуация на арабском рынке?» Ходят слухи о зреющем мятеже в Иерусалиме. — Полно вам. Британцы не допустят волнений местной аристократии. Лились неспешные разговоры обо всем. Политика, погода, шоу-бизнес. Почти для всех присутствующих карты являлись всего лишь прикрытием, и мне все больше казалось, что в тайный клуб принимали по какому-то другому признаку. И раз его сразу не назвали, значит, меня проверяют прямо сейчас. Новая раздача, пара алых вальтов, или по местной терминологии принцев, и я точно знал. Четвертой и пятой картой придут их черные собратья. Каре. Как бы незаметно повысить ставку, чтобы все не сбросили? Лом, какого-то ты слабого новичка привел. Слишком осторожничает, а гонору-то было, — поддел меня седьмой. Логично. Первые три карты подарили ему гарантированный стрит. «Так боишься расстаться с жалким миллионом?» Оценивающий посмотрел на его фишки. Несмотря на недавний проигрыш, на пару лямов у него еще хватит. Лишившись стартового взноса, другие просто доставали кредитки и оставались в игре. Прикусил губу, нервно посмотрел в свои карты и решительно ответил на его 500 тысяч. На столе лежали две червы. Можно было изобразить недоделанный флеш. «Решил показать зубы. Слишком слабо». Седьмой не сдержал победной улыбки, выдвигая все свои фишки черная карта. «Ва-банк! Отвечай или вали назад в свой лягушетник!» Остальные игроки сбросили, включая Ломоносова. Только у девицы еще оставались карты, но до нее банально очередь не дошла. У нее всего пара, как пить дать сбросит. Лом не говорил мне, что здесь обитают такие невоспитанные юноши. «Что, блин, за дурацкое прозвище?» Обратился к спокойному, как камень-гному. «Мне фишек еще на четыре с половиной миллиона», Банальные разговоры утихли. Члены клуба с интересом следили, как гном неспешно раздал мне несколько толстых прямоугольников зеленого цвета. Я со спокойной душой швырнул их в центр стола и подмигнул ошеломленному седьмому. 500 тысяч мелковато для меня. Отвечай или вали отсюда. Его сомнения и растерянность были видны невооруженным глазом. Стало очевидно, проблемы с деньгами, и седьмой не нашел идеи лучше, чем попробовать выиграть их в карты. Надеюсь, угадал с лимитом и он не пасанет. Принимаю! Он нетерпеливо махнул гному, и тот с тихим вздохом добавил фишки к столу. Девушка, какая ожидалась, посанула. Пятая карта, четвертый валет. Нервы седьмого натянуты до предела. Он швырнул карты на стол, демонстрируя флеш, и напряженно посмотрел на меня. У него были мозги и чуйка, и теперь инстинкты кричали, что он меня недооценил. Подтвердил это каре и спокойно забрал себе все его деньги. Как, как ты узнал демон? Ты не мог быть таким смелым с парой! Закричал он, попытавшись перевернуть стол. Наивный, в нем веса не меньше сотки. Немедленно верни мне деньги! Какой-то странный у вас клуб. Я-то думал, в серьезное заведение попал. Сэм, немедленно успокойся. Попытался урезонить седьмого сосед справа. Ты позоришь нас перед новичком. Вы разве не видите? Он жульничает. Не видим. Сенсоры не зарегистрировали никакой магии, иначе сам знаешь». «Значит, ему выдал нужную карту этот коротышка!» Окончательно потерявший самообладание аристократ отчаянно цеплялся за любую соломинку. «Строганов же известный любитель не людей. «Мистер Торин работает с нами много лет и ни разу не давал повода усомниться в своем профессионализме». Со своих мест вскочили сразу несколько игроков. За нарушение основного правила тебе назначается штраф в миллион в пользу пострадавшей стороны. Немедленно покинь клуб. Можешь вернуться, когда успокоишься. Седьмой, как ни странно, сразу подчинился, а мы остались играть, как ни в чем не бывало. Да, я просто молодец. Заимил себе во враги первого, пятого и седьмого из топа. Из схемы выбивались только занимавшие третье место Родзивиллы. Они скорее виделись мне союзниками. Вот не зря увел Уменьшикова магазин. Чую, скоро мне его арсенал ой как пригодится. Больше ничего особенного не происходило. Мы поиграли еще несколько партий, я слил пару сотен и поспешил откланяться, сославшись на нежелание огневить своих спутниц. Встретил несколько понимающих взглядов и приглашение приходить на следующую игру, о которой мне сообщит лом. Мне, кстати, выдали прозвище строгий. Не понимаю, нафига вообще игры в конспирацию, если все все знают. Когда я выходил из занятого клубом помещения, невольно ожидал нападения. И в какой-то мере оно случилось. У стены напротив меня ожидала девушка, чье лицо показалось смутно знакомым, а вот имя никак не мог вспомнить. Освежить память помогла стальная игла, оказавшаяся напротив моего глаза. «Помнишь меня?» — выдохнула Медея Луцкая, моя соперница по подпольному турниру. «Я из-за нее еще слот уник потратил и взял регенерацию», я из-за моей спины мгновенно оказалась за спиной аристократки, резким ударом проломила ей щит и заломила обе руки за спину. Ну да, отлично выглядишь. Я не лгал. Шипевшая от боли девушка могла похвастаться идеально гладкой кожей без единой морщины, царапины или ожога. Правда, бледновато немного. Я хотела тебя поблагодарить. Уй! Медея выгнулась и застонала от боли. Моей Китсуне очень не понравилось нападение на хозяина. Какая-то странная благодарность. С оружием в руках. Зачем?» Поднял ее иглу и просканировал взглядом. «Не артефакт. Самое обычное железо. Продемонстрировать серьезность намерений. Хотела устроиться к тебе на службу». Жестом приказал я отпустить Медею и внимательно посмотрел ей в глаза. Второй великолепно восстановился, и ничто не указывало на его потерю. Шикарное все же заклинание я выучил. Если хочешь на меня работать, не обязательно караулить с иглой в руке. Просто запишись на прием в моем офисе». Судя по искреннему изумлению, такая простая идея не приходила девушке в голову. «Аристократы, блин, что с них взять?» «Сейчас я не готов к серьезным разговорам. Прилетай на следующей неделе и обсудим все в нормальной обстановке». Медея коротко кивнула и рывком скрылась в темном коридоре. Если я правильно помнил, там находилась лестница на нижние этажи. Какая странная девушка. Наверху играла веселая музычка, и мне не терпелось присоединиться к девчонкам. Третий и четвертый круг прошли значительно веселее. Это вам не скучный вальс, а вполне бодрый клубняк. Мы танцевали до упаду, пили, ели и всячески веселились. И никакие неприятности больше не портили нам настроение. По крайней мере, пока не наступило утро.